проходит школьный чемпионат по игре «Что, где, когда» среди старшеклассников города Владивостока. Школьные интеллектуальные бои. В прошлом году у нас были игры по районам, но в этом году мы немножко решили изменить схему. И у нас две большие отборочные игры по 20 команд. То есть это каждая команда 6 человек, ну, представляете, 120 человек, да? И из каждой игры по 7 команд выйдет в финал. И в финальной игре эти 14 команд уже определят, кто из них сильнее. Там мы определим первое, второе и третье место. Ребята получат медали. Ну, а чемпионы — кубок чемпионов города по «Что, где, когда». На мой взгляд, это очень интересный такой обучающий формат. А идея в том, что здесь это вот, например, не своя игра, где вопрос и нужно знать ответ. Здесь вопросы строятся на логике. И команда в течение 60 секунд, можно сказать, приходит к ответу. То есть, и это ценно. Мало того, что они учатся работать в команде, но еще и вспоминают какие-то знания. Так, вопрос к родителям. Пожалуйста, закончите одним словом шуточное высказывание. Меняю старый проигрыватель на новый. Моя небольшая карьера в этом интеллектуальном виде спорта началась ровно год назад, например, на таком же турнире. Но мне это нравится, это здорово, это проверка способностей своих, может быть, каких-то интеллектуальных, и даже, ну, наверное, какой-то смекалки. Ну, мне просто нравится играть, я очень горжусь своей командой, мне с ними здорово, это то, что я люблю делать.